Здравствуйте, добрый день. Фонбет Кубок России набирает свои обороты в пути регионов. Уже состоялось большое количество матчей, но сегодня историческая игра, перед которой все остальные чуть-чуть, наверное, становятся менее яркими. Сегодня Олег Волков, номер 18, Михаил Заботкин, пол девятым номером, Максим Лукоянов, номер 27, Сергей Викторович Рыжиков. Первая попытка нанести удар по воротам, ротация. Низамудинов входит в штрафную, пробивает. Беляков. Как раз на Белякова пошел заброс на дальней штанге, удар по воротам. Чечеткин пробивал, но было положение вне игры. Чечеткин как раз не участвовал в матче с крыльями Советов. Принимает мяч, ищет свободное пространство, сыграл на Галямова. Удар по воротам последует, спасает Дегтярев, но было уже положение вне игры. Хорошая атака. Вот сейчас прямо хорошо видно, это как раз Щербин чуть правее, и команда тоже только набирает форму и подстраивается под те возможности, которые у них появились. Лукоянов! Гол! 1-0, волна выходит вперед. Лукоянов совершил сольный проход и на 21-й минуте открывает счет в матче. Волна ведет Лукоянов. Здесь убрал мяч, здесь сместился, здесь никто не накрыл. Решил пробить с левой ноги. Сомалиев на Низамудинова. Может, Эльдару стоит попробовать еще раз пробить? Нет, передача налево. Галямов, прострел! На Замалиева, Эмиль с мячом. Устинов простреливает. Воронов пробивает! 1-1! Воронов! 33-я минута! Сравнял Сокол! 1-1! Вам же обещали хороший футбол! У нас его достаточно, а это еще только первый тайм. Воронов, передача на Северьянова, у волны есть пространство. Северьянов смещается к штрафной, пробивает. А вот сейчас было очень дерзко. Не удалось. Сейчас хорошо в подыгрыше, все тот же Семейкин на Устинова. Замалиев, Наиль уже падал. Ну вот здесь, зачем, Наиль? Зачем, Наиль, ты это делаешь? Но сейчас Замалиев рискует получить в худшем случае красную карточку, как минимум желтую. Лежа на газоне. Ну, Замалиев сейчас, ну зачем, Наиль? Подача. Здесь скидывает мяч Устинов. Звучит свисток на перерыв. Давайте мы с вами отдохнем и вернемся на второй тайм после 15 минут. Отдыхаем. Ну, Эльдара я не нахожу сейчас на поле. И, видимо, для заблокировать мяча Воронов. Подача в штрафную. Не удалось добраться до мяча Хананову. Яковлев, подача в штрафную. Удар по воротам последовал. Опасно! Воронов. Яковлев открывается во фланг. Воронов пробивает. Шаев на выходе не сыграл. И вот сейчас спокойно забирает мяч. Яковлев доборолся. В принципе, сейчас, да. В ничью у нас завершается матч. Нас ждет серия после матчевых пенальти. Разбег. Удар. Правый угол. 1-0. Вперед выходит Сокол. Разбег. Удар спокойно. Пытается обмануть Дегтярева. Гильмудинов пробивает. Разбег. Удар по центру. Волна выходит вперед. 2-1. Разбег. Щербин. Точно в угол. Соколов также в левый угол. Удар. Точен. Горелов. Шамаев
пробивает. Ташаев отбил! И сейчас есть шанс. Ташаев отбил два пенальти уже. Против Дениса Дегтярева. Разбег, удар по воротам. Поздравляем казанский «Сокол» с выходом в следующую стадию Фонбет Кубка России в пути регионов. Следующим соперником во втором раунде будет команда «Динамо» из Кирова.